Новая видеосерия «Это война, сынок» на ваших экранах. Сервер, на котором мы будем играть, меня впечатлил своей динамичностью и экшеном. Никаких стояний на плацу, никакой траты времени. Появился, взял оружие и сразу же отправился на Урале БМП или вертолете в бой. Если вы хотите еще больше таких видосов, то давайте соберем 27 лайков. Всем привет, с вами Теспи и вот эти ребята с Бусти. Всем приятного просмотра и аппетита! Это Ержан, а вот это Пингвин. Милый, да? Что же у них общего? А то, что они оба находятся на сервере Twilight Eclipse Roleplay. Ну смотри, Ержанчик, у нас есть офигенная система лицензий. Автосалон с крутыми тачками. Вау. Система ограбления банка, как в Payday 2. Играл же в такую игру. Куча разнообразных работ, захваты территорий, как в Сампе, красивые женщины, добрые админы. И все это по ссылке в описании. Ну шо, господа, зашел я на ВВ3 сервер, где у нас война, как видите, США и Россия. Нам сразу пишут «Добро пожаловать на Second Life». Для того, чтобы присоединиться к одной из фракций, необходимо написать такую или такую команду. Желаем приятной игры в нашем проекте. Давайте попробуем сыграть за США. Пишем «Join США». Дружище, тебе помочь? Ну сейчас, подожди немножко. Теспи? Я Теспи слышу. Начинается. Так, Усакоус 1 я прописал, вот такую вот мы одежду получаем. Ему бинокль накидали, я бинокль возьму, знаете, мне бинокль очень нравится, когда у меня есть. Так, тут у нас, насколько я знаю, за определенное количество времени появляется различная техника. Например, тот Урал, давайте мы сядем. Мы можем прокачивать свой ранг. И ранг прокачивается за убийство, за захваты. Ну, в основном вроде за убийство. Чем больше, короче, убиваем, тем больше прокачиваемся. Ну, такая вот логика. А прицел у кого-нибудь есть или вы все вообще на стоке? Да, мы на стоке, братан. Все на стоке тут. Мы все, у нас валя вообще. По глазам. Просто смотрю, все на стоковых пушках. Без каких-либо обвесов. Захват территории пошел. Я вам еще карту не показал. Карта очень похожа на Элвер, на самом какой деле. Какой нахуй? Мне тут пушку скинули. Ну, давайте возьмем. В самом низу едет. Я хочу посмотреть на нее. А во-во-во-во-во, это Россия получается. Это же США против России. What? Все, я понял. Ни в коем случае не высовываться. Сейчас заодно проверим, у нас осталось что-нибудь. Все бинокли просрались. Ё-моё. Имба, конечно, техника. Тотальная имба. Вы видели? Просто вообще без шансов было что-либо пережить. Кстати, вот это вот схрон. Вот тут вот можно положить схрон, и никто это забрать не может. Через поинт открывается вот так вот. Тихо-тихо-тихо-тихо-тихо. Не знаю, ребят, видно вам или нет. Мы снова приехали сюда. Ё-моё. Я боюсь врага увидеть. Мне кажется, я сразу зажим славлю. Блин, сами деревья. Посмотрите, как красиво сделано. Я прям... Блин, это не я убил. Я сначала даже не понял, что это не свой. О-о. О-о. Так. Нормально. Пойдем потихонечку. Так, готово. Фух, чуть не сдох. Отличная работа, ребят, 20%. Можно будет уходить. Да, мы почти захватили. Жесть, а импакта на самом деле много вношу. Я просто бегаю, я не знаю, как тут лучше защищать. Но с другой стороны, им рашить не особо удобно. Что такое? Блин, карта сделана очень красиво. Посмотрите на эти деревья. Я вообще в восторге. Я просто не видел таких деревьев. Это же ДС. Блин, эта пушка мне очень нравится, какой прицел у нее приятный. Фракция США захватила локацию. Радиолокационная станция. Хорош, мужики. Вот и наш вертолет. Ой-ой-ой! Казарма! Перед нами! 280. Где-то еще тут стреляют. Ох-хо-хо-хо-хо! Это работает, снайпер! На НГ где-то! Га, птички хорошие. Так, я убил. Я его спас. Жесть. Вот это тут мясо какое-то. Очень-очень динамичный сервер. Ё-моё.
Они вообще какие-то звери, я не знаю, они так крашут жестко. Какой-то вертолет наш, наш. Патронов мало осталось. Жесть, там еще пушек много. Так, я могу зарядить? Да, могу. 60-патронник. Какие пушки красивые, посмотрите на эту красоту. Ё-моё, что происходит? А-а-а-а. Убили меня все-таки. Так, сколько у меня денег? Смотри, у меня 256 тысяч. Нифига, конечно. Тут еще скиллы прокачаны. Смотрите, какая карта тут. Карта чем-то похожа на Элвер, потому что, смотрите, вот это вот город как будто элверовский. Но карту расширили, насколько я вижу. Вот это вот дорога элверовская. И на базе этой карты сделана очень хорошая карта, как мне кажется. Так, я, блин, снайперку купил. Тут меня на стрелка отправляют. Ну давай. На ПМПшку. Нормально, тут даже оружие не пригодится. Это получается та БМПшка, с которой меня ваншотнули просто на раз-два. Так это ж вообще имба. Сейчас начнется. Вертолет. Не могу, не могу, пушка не дает. Ё-моё. Да ё-моё, не могу дотянуться до вертолета. Не могу, он прямо над нами. Так, еще, 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 еще. Почти. Опа. Дерево мешает. Так, так, так. О, все горит. Да блин, да сколько тебе надо? Все, горит, горит. Плюс 60 тысяч, обалдеть. Так, подождали. Нормально, конечно. Готово. Ё-моё. Где вы сидите, черти? Мою. Ё-моё, сколько их, это просто жесть. А, наших взорвали! Ха-ха-ха, твою мать! Перезарядочка! Пацаны! Это пана! Так, этого убью. Хорошо. Не знаю, сколько мы еще протянем, конечно. Вы получили ранг 2, кстати. Ну, хотя бы на бетере. Еще один бетер. Он мне сказал прямо перед нами, я в этот момент в другую сторону смотрел, блин. Так, мы получили новую одежду, я не знаю, она чем-то отличается от нашей. Но у нас должен быть кит ранг 2. Это нам дают такую вот... Ты умеешь управлять вертолетом? 5. Да-да-да, умею-умею. Умеешь пошли? Я на вертолет... Ё-моё, не... Вы чё, ребята? Ё-моё, вы чё, ребята? Обалдеть. Я тебя очень плохо слышу, очень плохо. Что ты там? Так, 2000 экспириенс получу. Блин, а вертолет тоже имба на самом деле. Как и БМПшечка. Мы все попрятались в этой листве. Очень, с высоты очень тяжело что-то увидеть. А, вижу, вижу. Да, убил 8000 экспириенса. Нормально. Блин, обалдеть, то, что вертолет не дали, это вообще.
Он еще так хорошо управляется, вам не передать это. Это просто он так, такой послушный. А летая на базу для почти... А, кстати, да. Мы, кстати, я даже не заметил, у нас 3%. Не-не-не-не-не, улетаем. У нас 3%. Я даже не... А кто в нас стрелял? Даже не чувствовал, что в нас стреляют. Ё-ма, мы дымимся реально плохо. А нам БМПшка, наверное, где-то стреляла. Я ее не видел. Посмотрите, какая мощь. Обалдеть. Что-то он как-то неохотно снижается, на самом деле. Неохотно как-то снижается. Так. Вроде послушный. Я же говорю, очень послушный вертолет. Очень послушный. Видите, как легко на нем садится? Все. И сели. Он очень послушный. Ну, я почти нормально сел. И что это было? Вот этого челика надо, мне кажется, забанить. А этот челик заслуживает отправки в какой-нибудь КПЗ, как минимум. Вертолет такой принесли, а он взял и увез. И что это было? Пишет ха-ха-ха. Попросили гранатомет еще купить. Ё-моё. Вот это да. 17 тысяч советский российский переносный зенитный комплекс, предназначен для поражения низколетящих воздушных целей. ВТФ, ну я обычный гранатомет возьму. И тут самое удобное, то что, видите, сразу можно продать. Видите, появляется плашечка продать. Так, я взял несколько ракет. Покупается сразу без ракеты. Ракета вставляется, ну все. Ой, знаете, что тут еще удобно? Можно биндить оружие на цифры. То есть не надо ей там обязательно что-то там делать. Это безумно удобно. Смотрите, хопа-хопа, я быстренько все меняю. Жесть, я самый первый бегу с РПГ. Это вообще какой-то... Прикол, не понимаю, он снизу, сверху? Наверное, сверху. Ё-моё. Готово. Ты чё, прям передо мной подорвали? Так. Ещё РПГ лежат. Блин, на самом деле это надо все брать. Опа. Что нашел? Плюс 2000. Хотя, наверное, это не очень разумный вклад. Ну просто, сколько ракет это стоило, я не помню. Я в плюсе, не в плюсе. Вот чем отличается этот сервер, это безумной динамичностью и атмосферностью в плане погружения, потому что из-за эти елки и то, что все как быстро происходит, как вот это вот... Все стрельба, я как будто в CS 1.6 играю. Знаю, куда тут лучше снайперка сесть? Ну, в пригороде нигде. Блин. Красный домик. Азимут какой? Красный дом. На 70, вот там. Там из окошка кто-то выглядывал и прямо увидел. Ага. Сейчас подарочку туда отправлю. Так, сюда отдал. Заряд. Пипец, наших убивают, конечно. Так, все, ракет больше нет. Готово. Так, минус. Боже мой. О, боже мой. Задушили наше здание. Так, мне понравились очень базуки. Так что обязательно. Вот это вот мы берем обязательно. И побольше ракет. О, FN, FL. Вот это вот мы возьмем, знаете ли. Вот это я хочу попробовать. Только я не знаю. Ну, она должна быть не скорострельная, хотя. Мне прицельчик нужен. Ух ты, я нашел глушитель под свою FN. Долго искал. Перезарядочку на 30 патронов. Блин, вот эта пушка, я не знаю, ребята. Что тут за ганпак вообще обалденный? Просто берешь вот так вот, хопа. Опа. Просто обалдеть. Фига, у нас сразу 3 Урала. Все, едем за всеми. Все ко мне сели. Бэтри едет, господи, фига у нас, конечно, высадка сейчас будет нормальная. Тут, конечно, водители безбашенные. Вот смотрите, как они ездят.
Они так заворачивают, проворачивают, деревья рушат просто. И я вырываюсь вперед, господи. Вот они как-то проезжали этот забор. Жалко, нику нет. Но это фэн. Хотя бы. Маю. Жалко, это наши танки бы взорвал. Так, это техника не наша. А! Да, 30 тысяч зовут, а успел! Я хоть сдохну, залутал 30 тысяч, он сейчас мой еще РПГ возьмет, вообще будет сказка. Появился вертолет, мы не упускаем этой возможности. Так вот, перезаряжаемся. На мост мы их всех отработаем, они в открытую, он мне пишет. У меня перезарядка до сих пор идет. Ну и как он их видит? Может, прорисовку сделать больше, я не знаю. Так, эта техника улетает. Да как ты... Все, убил наконец-то, жесть, 65 тысяч. Еще 19 ракет есть. Да, надо было прорисовку добавить. Жесть, ну у нас тоже? Нас тоже прокоцали. Что, нас подбили? Братишка! У нас ракета залетела. Жесть! А там же, да, есть какой-то RPG самонаводящийся. Жесть, просто в один момент все пропало. Обалдеть, это мы полетали. Блин, все, он взорвался. Я не знаю. Блин, ну я в первый выстрел с этой штуки, это, конечно, обалдеть. Ты попал, да, жёлтый? Не-не-не. Он первый сдох. Немножко отступлю. Что-то их как-то до хера. Ой, это что, вражеский танк? Ну-ну-ну-ну-ну. Или это просто танк? Господи. Пипец, это, конечно, жесть. Тихо. Господи. Господи, вот так вот тебе. Блин, а, просто ничего не видел за листвы. Они сами зеленые, а мы, видите, мы такие, как бы, другого цвета. Жесть просто. Давайте посмотрим, кит ранг 3. Что нам дается? О, что это за пушка? Это СИК СГ какая-то. На 5.56. Так, мы отправляемся на аэродром, заодно зачекаем эту пушку, что она себя представляет. Нам пишут все на аэро-йетси, его берут, типа, захватывают. Идем отбивать захват. Ё-моё. Наш БТР или нет? Ну, все. Я своих! Боже мой. РПГ бешеный, конечно. Наш лови за вами. Он возвращается? Господи, это просто... Я в своих с РПГ стрельнул, промазав. Жесть. Здесь никто не умер. Ой-ой-ой. Держимся. Очень много откуда выстрелы. Ага, вон он.
зависит, нас обходит там. Там БТР. Да ёб твою налево. Я не понимаю. Отовсюду просто. Да мы до... Я не знаю, я-то не дошел до аэропорта. Они все дошли. Они вон там, да. У нас один человек дошел туда. Жесть. Получается, я предпоследний сдох. Вот так я поиграл. Экшена безумно много, а динамичность зашкаливает. Буду рад вас увидеть в новых видосах, а ссылка IP-сервера в описании. Всем удачи и до скорых встреч.